Растягиваем силка. Да, растягивайтесь и держите оборот. Те, кто будет на высоте, ровно с собой борзает там в сторону, но наблюдайте, там у вас обзор будет хорош, если вы пускаете. Главное, чтобы к вам враг в упор не подошел, не разъебал вас. Все остальное уже не так важно. Кто на север от меня передвигает? Боишься? Да, я тоже. Что-то там желтую метку, где была на него метка. Ну, я не знаю, он смещался, по идее. На мои черные шинки валяются мертвые, если что. Не уважаем псих, если что. Кому он подошел? Шайтан, ярче, вы тут с нами бежите? Да, да. За вами, получается. Противник перед нами в лесу. Кромка леса, правая. Все. Труба моя. А патроны какие? Светлые. У них вся техника светлая, у нас темная. Это алды. Это уже другие чупчики. Сказали, что их тут дофига, кстати. Когда они еще пиздец, это коротко. Лавкин, кроме. Трубу, нет? Да, трубу забрал. Там GPS есть. Ярче, джепа забери с него, если надо. По мне. На ногу подстрелили. Подавить,
Бля, вижу. Дал метку от меня север. Ну, ну, это другой, видимо. Но он идет в нашу сторону. Прям по полю шел. Я перебегаю к нему. Ага, понял. Я к тебе в лес бегу. Блин. Что, и там? Да-да-да-да. Работаю по нему. Убил. БТР слышу, северо-восток. Кого друг помимо меня? У меня есть. Хорошо. Нашла трупасю. Добивал. Ярче, он пришел с востока, если что, прям по полю. Да. Принял. О, КВ заработал. Здесь где выдых двое. Трое. С трупов КВ позабирайте, мужики, с ножом. Ярче ранили. Я вижу их. Давай граунд вип. Медики едут, так что... Больше не кидай, я подхожу. С другой стороны. Добил. Ему в голову попали. Я ему сначала выстрелил в голову и потом начал гранатами закидывать. И пол магазина, чтобы убить его. Это пиздец. Да, вот каски белые, пиздец у вас. Я могу вот так по черным попробовать пройти. Может быть, они за своего примут. Сейчас, подожди. Скорее всего, мы так все и пойдем. Сейчас Софья вылечит, ближе подойдем. Есть там. Да. Нужно пробовать проходить, потому что сторона уже как бы наша здесь. Я пошел. Бляха, тут БТР простреливает. Вот мою черную метку простреливает БТР. А, там союзники, потому что он по ним сжимает. А, это стройка, стройка, за пожаркой стройка, вот там сидят пехи.
Большая, да, факторка. На моих позициях пульты. По мне. Дай его, отходи. Чупа-чус простреливает. Пожарки, брат. Нет. Сейчас пса зайду. Левый или правый БТР? Я хз, блять, он просто прошенный. Поставил синие метки, он попал в стену. Сови, отходи восточный. Я не могу, я сейчас прошу, что ты. Беттер уехал. Я не помогу, по мне отхуярили. Да. Не слышишь, откуда стреляет? Замка, да? Пока не могу. Я сейчас могу умереть, если что, проверите меня. По мне с двух сторон, короче. Я Саша. Вроде ушел. У меня где-то тут типы топали. Вот либо вот это синее, либо следующий домик. Да, у меня противники. На западе еще дома тоже. Я.
Так, зачистил эту казарму двухэтажную. Да-да-да, у меня бой. Иду за беттером, за этим. Две трубы по беттеру, он вроде сдох, но не взрывается. Тридцать секунд таймер на БТРе. Ты решил это так не оставлять? Да-да-да, какая-то мина взорвалась.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.